Всем привет! Как только растаял снег, немножко потеплело, выбираемся на дачу, на пикник. Будем сегодня с вами готовить на мангале. Кстати, если вам нравится такой формат, обязательно ставьте лайк этому видео, так мы поймем, что эта тема для вас интересна. Готовить мы сегодня с вами будем грибочки, у меня шампиньоны. Кстати, было еще два кабачка, я их тоже буду добавлять. Если у вас есть помидорки небольшие, можете также и помидорки добавлять. В общем, будет у нас сегодня такой грибной овощной шашлык. Готовится все легко, просто получится вот так вот. Грибочки я заранее помыла, хорошо обсушила. Шампиньоны я ни в коем случае не чищу. Они очень хорошо моются либо просто водой, либо можно губкой слегка потереть, если где-то есть грязь. Либо можно добавить муки и помыть их с мукой. Идеально все отмывается, не нужно грибы ни в коем случае чистить. Дальше кабачки. Кабачки, конечно же, тоже помыла. И нарезаю их на порционные кусочки. Ну вот примерно по 1 сантиметру толщиной. Очень люблю молоденькие кабачки. Кабачки отправляем к грибочкам. Вот так. Если есть у вас небольшие, не крупные помидоры, можете добавлять и помидоры. Ну, так сказать, чем богаты, тому и рады. Солим обязательно. Соль лучше вот такую вот покрупнее использовать. Все продукты и их количество, которые я использую, будут указаны в описании под видео. Поэтому обязательно туда загляните. Далее красный перец, красный молотый, у меня такой жгучий перец. Добавляйте по своему вкусу. Сюда же добавляю паприку копченую и сушеный чесночок. Чеснок сушеный, не свежий, потому что свежий чеснок у нас будет гореть на мангале. И сюда же обязательно добавляем растительное масло. Не жалейте. Вот так. И все это хорошенечко, тщательно перемешиваем руками. Все, грибочки с кабачками перемешали. Дадим постоять 10 минут. Тем временем разжигаем мангал. Муж перенял инициативу в свои руки, потому что говорит, не женское это дело шашлык, даже овощной. Итак, грибочки и кабачки нанизываем на шампуры. Вот так поочередно. Можно и на решетку выложить. Грибные шашлычки наши отправляем на мангал. Готовятся они очень быстро и элементарно просто. Отправляем на мангал и буквально вот с двух сторон. Подрумянятся они слегка и можно снимать. Вот буквально 10 минут шашлычки готовили. Снимаем их с огня, они уже вот так красиво подрумянились у нас и полностью готовы. Как видите, ничего сложного в приготовлении нет. Все быстренько перемешали, поджарили на мангале. Получается обалденно вкусно. Вот и все у нас готово. Никаких заморочек с приготовлением. Буквально 10 минут на огне получается вот такая вот вкуснотища. Такие шашлычки можно к мясу, можно к рыбе, можно просто так. Само по себе блюдо получается обалденно вкусное. Настоятельно рекомендую, приготовьте по этому рецепту. Всем-всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения. Ну а мы пошли кушать.